Валерий Лаврененко – личность неординарная, а его поступки постоянно удивляют и даже шокируют публику. К примеру, в Японии он без страховки перемещался вертикально по алюминиевой стене. В родном Донецке пропускал через себя разряды электричества. Балансировал на стуле на краю многоэтажки, при этом перебирал в руках спичечные коробки. Мог долго находиться под водой, а еще на некоторое время останавливал сердцебиение. Деятельность сердца ритмична, 63 удара в минуту. Показания пульсометра соответствуют частоте сердечных сокращений, определенная аускультативно. 98. Тоны сердца глухие. Не определяется работа сердца. На пульсометре 0. В этот раз он снова решил испытать себя. В одном из районов Донецка, прямо на поляне, мужчина выкопал яму глубиной 2 метра и собрал из досок самый настоящий гроб. Всем собравшимся на это шоу он пообещал, что в течение получаса после погребения самостоятельно выберется на поверхность. Сказано, сделано. Поехали, да? Да. Давай. Откидывай. Ребят, да. Хорошо. Разойдитесь. Хорошо. Да. Главному. Назад. Оператору дайте. За нашей спиной вот закапывают человека. Живым. Я даже не знаю, впечатление ужасное. Все мы в шоке. И не знаю, вылезет, не вылезет. Ну, думаю, что получится у него. Он такой уверенный мужичок. Просто я не понимаю необходимость такого действия. Вам за него страшно? Очень. Вот стоим сейчас с девушкой и говорим. Хотя бы все было хорошо, благополучно завершилось. Чтобы следить за состоянием Валерия, к нему подсоединили датчики сердцебиения и измерения температуры. Мобильная связь под землей не работает, потому общались с героем через специальную трубку. С каждой секундой волнение нарастает. Датчики показывают 31 градус Цельсия. Если температура поднимется до 40, эксперимент придется прекратить. Пока экспериментатор пытался воплотить свою идею в жизнь, выбраться с двухметровой глубины на поверхность, собралось довольно много зевак. Не стали исключением и блюстители закона. А уведомляли милицию там ничего? Я не знаю. Потому что какое спросите? Звонят из больницы, говорят, человека закопали в гробу. Действительно. В какой-то момент датчики тепла и сердцебиения отказали, и волнение за жизнь этого человека значительно возросло. Валера капал? Валер! Валерий Лаврененко пробыл под землей вместо обещанных 30 минут почти полтора часа. И его возвращение, пусть даже не без посторонней помощи, приняли с овациями. Мама, это правда! Мама, это правда! Я опять живой! Наш герой откровенно поделился с присутствующими впечатлениями от опыта. Я начал быстро задыхаться, быстро начала подниматься температура. Это признак того, что не хватало кислорода. Поэтому я начал решать продовольственную программу. Я оторвал доску, пробил дырку, но это почти не помогло. Немножко, чуть-чуть стало легче дышать, но это не спасало. А дальше я, видно, совершил ошибку, потому что эту землю надо было трамбовать туда. Я прозевал момент, она меня начала замуровывать, и я не мог шевелиться, развернуться. Ни вперед, ни назад, потому что я бессилен на середине. И я чувствовал, что еще немножко, я просто задохнусь. Вот эти моменты. То есть, если на 70% можно сказать, что это не эксперимент, это убийство, можно сказать. Но если быть очень профессиональным, наверное, все-таки 5, максимум 10 шансов есть, чтобы выбраться. Все, больше нет шансов. Короче, земля нам все дает, и все туда мы уходим. Хотя вниз и была подведена спасительная воздухоподающая трубка, по словам Валерия, он ей не пользовался. Состоянием здоровья Валерия Лаврененко всерьез заинтересовались медработники. Слушайте, это глупость такая. Да зачем мне давление? Я знаю свое давление, я прекрасно себя чувствую.
У меня нормальный пульс, прекрасно себя чувствую. Тем более, это не первый эксперимент. Я знаю себя, я знаю свои способности, знаю свои возможности. Хотя эксперимент не удался, все-таки он имеет положительный результат. Наш герой остался жив. Вот только вместо лавров славы его ожидает ряд вопросов в местном отделении милиции.